Всем привет, с вами команда Дина Мамы, и сегодня мы покажем вам хиты школьной обуви для девочек. Конечно же, обувь на тракторной подошве от Поблоски, хит уже несколько лет подряд, очень гибкие, из натуральной кожи, есть в нескольких вариантах, синий, бордо, есть еще прям совсем эксклюзивный беж-крем, и есть еще одна модель черная, закрытая, но это скорее вариант дойти до школы и потом переобуться. У Поблоски есть еще вариант балеток в нескольких моделях, нескольких дизайнах. Они в основном рассчитаны для хрупких девчонок с узкой ножкой, худенькой и низким подъемом. Они очень легкие, смотрите прям нежно-нежно. Есть классический синий, беж, розовый. В ассортименте. Ну, основные отличия, часто очень спрашивают, Джеокс и Поблоски. Поблоски больше на широкую ножку, ну, широкую и стандартную. Джеокс на узкую и с небольшим подъемом. То есть вот здесь широкая ножка, она просто не проходит. Поэтому, да, имейте в виду при заказе. И, соответственно, такие очень приятные нежные балетки с лаковым мыском. Широкий размерный ряд, и есть еще резиночка для фиксации ножки, чтобы не болталось. И еще один вариант, опять же, тракторной подошвы у Котофея, более такой бюджетный, но тоже очень такой приятный олдскульный дизайн. Липучка, до 35 размера они есть, тоже классно сидят. Мы вам показали всего несколько вариантов, самых популярных, но, тем не менее, на сайте выбор намного больше, намного богаче, поэтому заходите на сайт, заказывайте и примеряйте.